Ровно 10 лет назад, в августе 2008-го, вы были в Пекине на Олимпийских играх. А, дорогие друзья, а я вот среди наших болельщиков вижу еще двух человек, которые также были там же вместе с Андреем. Богдан Пищальников и Ольга Иванова. Вот они, тверские друзья, герои. Тверские герои этой Олимпиады. Андрей Сильнов, наши спортсмены. А, внимание, давайте, друзья, на экран посмотрим и вспомним те золотые мгновения, те 2.36 и еще одну попыточку. Итак, сейчас нам дадут видео, и сам Андрей его прокомментирует. Пожалуйста, Андрей, август 2008-го, город Пекин. Ваша попытка. Да, это моя победная высота, вот 2.36, видите, я все высоты брал с первой попытки, и вот 2.36. Разбег, толчок, прыжок, аплодируем Андрею Сильнову! Да, вот этот был мой прыжок, в котором я выиграл, но это соревнования не были завершены, потому что мои коллеги, мои соперники переносили высоты, а этот прыжок на 2.42... Вы спросите, почему 2.42, но, к сожалению, был неудачным. А почему? Потому что 2.42 это был рекорд Европы. Я был очень в хорошей форме и решил взять эту свою, как говорится, высоту, хотя я уже был победителем, но хотел поставить свой личный рекорд, но, к сожалению, не сложилось. 2.36 мне хватило для того, чтобы стать олимпийским чемпионом. На самом деле, эта победа не моя, это победа всей моей страны, в которой я родился, вырос и живу, и радуюсь, что я являюсь гражданином своей страны, люблю свой город, в котором я родился. И хотел бы, конечно, пожелать вам крепкого здоровья, крепости духа, крепости тела. Занимайтесь спортом, бегайте, получайте удовольствие и будьте дружны. Всегда, знаете, когда бежишь плечом к плечу со своим другом, товарищем, оно веселее и быстрее получается. Поэтому я желаю вам крепкого здоровья и хотел бы поблагодарить всех организаторов, администрацию города, администрацию области и всех-всех тех, кто принимает участие в этом благом деле. Потому что мы сами знаем, что в здоровом теле здоровый дух. А те люди, кто помогают, поддерживают нас, всегда остаются нашим помощниками, которым мы всегда будем благодарны. Спасибо вам и всем удачи и здоровья. Ура! Друзья, Андрей Сильнов, олимпийский чемпион. Это мой сын Семен. Хочу тоже сказать вам пару слов и пожелать вам успехов и удачи. Пожалуйста, Семен. Занимайтесь каждый день спортом, каждый день делайте трюки, и вы будете здоровы. Нельзя не присоединиться к этим замечательным словам. Дорогие друзья,